Всем добрый день! Осталось несколько дней до самого большого праздника, до встречи Пасхи. Сегодня чистый четверг, и по уже, наверное, сложившейся традиции в каждой семье в чистый четверг мы печем Пасху. И поэтому сегодня я решила поделиться с вами своим рецептом. У нас на столе сейчас все ингредиенты. Здесь у нас питочка, которая до этого была замочена за несколько часов. Здесь молоко, мука, яйца, сахар, сливочное масло подсолнечное, ванилин. Вот мы сейчас начнем готовить опару, которая после этого должна будет пару часов отдохнуть. Наша опара готова, теперь мы ее отправляем на несколько часов отдохнуть. Постояла 2,5 часа, оно у нас поднялось. Сейчас мы его замешиваем второй раз. После того, как мы его замесим второй раз, мы его оставим, чтобы оно еще раз поднялось. И после того, как оно второй раз поднимется, мы уже начнем его устанавливать в формочки и готовить его к печи. Тесто у нас поднялось, мы его положили в наши формы. Сейчас мы оставляем его еще на 2,5 часа для того, чтобы оно в формах поднялось, и начинаем топить печь. Поздравляю со светлыми пасхальными праздниками!